А в семье в Государственном музее-заповеднике Абай открылась выставка, посвященная Дню первого президента. В праздничной экспозиции подарки, фотографии, другие ценные документы, подаренные музею главой государства. Среди них портрет Абая Кунанбаева, который Нурсултану Назарбаеву подарил бывший президент Ирана. Есть на выставке и энциклопедия Абая, где президент оставил слова напутствия. Но, как признаются сотрудники музея, самая ценная для них вещь – это книга Зерде. На ее страницах оставили автографы несколько знаменитых личностей.